На внеочередном заседании исполнительного комитета Одесского горсовета депутаты собрались, чтобы обсудить всего лишь один вопрос – протоколы о нарушении правил карантина. Однако решили отправить решение этого вопроса на доработку. В Украине с 12 марта начал действовать карантин, который продлится до 3 апреля. В это время Минздрав порекомендовал украинцам ограничить передвижение по городу, закрыть общепиты, школы, детсады и университеты, а также театры и кино. Запрещены массовые концерты. Ограничения касаются и транспорта. Перевозить можно не более 10 человек в салоне. Того, кто не следует этим правилам, будут штрафовать. Им грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен, а для должностных лиц от 34 тысяч до 170 тысяч гривен. Во время внеочередного заседания исполнительного комитета Одесского горсовета мэрия отложила расширение перечня органов, которые будут штрафовать одесситов за нарушение карантина. Необхідно роз'яснити, за що саме передбачається ця адміністративна відповідальність для того, щоб люди розуміли, що вони можуть робити, що вони не можуть робити. І саме необхідний певний період часу для того, щоб люди усвідомили, за які правопорушення передбачена адміністративна відповідальність та своїми діями уникали таких порушень. Так, в мэрии сначала хотели дать полномочия по наложению штрафов муниципальной варте и управлению развития потребительского рынка и защиты прав потребителей. Однако решили, что этим продолжит заниматься полиция. Ці протоколи направляються до суду, і саме суд своїм рішенням, постановою визнає вину відповідної особи у скоєнні правопорушення та стягує штрафні санкції. В свою очередь мэр обратился к бизнесменам и предпринимателям, которые стали жаловаться на вымогательство и требования взятки за якобы закрытые на нарушение глаза. Он призвал разобраться в ситуации и сообщать о подобных инцидентах в департамент муниципальной безопасности.